Ну вот эти, это штрифель красный, это уже старый известный сорт. Он такой, бывает года, что он такой крупный, такой вытянутый. Но в этом году он такой приплюснутый получился у нас. Красного цвета. Ну, пишется по литературе, что он больше красный встречается, чем желтый. Но у нас в Беларуси, например, желтый чаще встречается. Вот он висит. Он от, вот это вот характерный штрифель. И он у нас чаще встречается, чем красный. Ну, может быть, в России он все наоборот. Но у нас больше этот вид. Конечно же, на вид красивее вот этот сорт. Хотя, может, кому-то нравится больше вот такого окраса яблоки. Этот более такой на западный окрас похож.